Что я хотела сказать? Всем привет! Мой кот Михальченко давно просит, чтобы я купила ему собачку, живую собачку. И мы узнали, что есть питомник в Боровлянах недалеко от Иришки с взрослыми и маленькими детками. Смотрите, какие! Мама, папа, внуки пока немножко отменяются. Собак здесь много, поэтому чуть-чуть запах собачки может быть и есть, а так они вообще не пахнут. Взрослые, между прочим, хотят гладиться больше, чем малыши. А какой основной уход за этими собачками? Основного ухода шпицы не требуют. Что, мыть надо раз в месяц? Я думала, раз в неделю собаку, чтобы она не пахла. Вы знаете, кто-то водит грумер раз в 3 месяца. Все зависит от того, какую вы собаку хотите видеть, с какой стрижкой. У меня вопрос простой. Сколько денежек нужно тратить на собачку? Ну, смотрите, стрижка обходится порядка 30-50 рублей. Корм супер премиум класс стоит порядка 30 рублей за килограмм. Не считая игрушек, конечно. Сдружится ли собачка с котиком? Шпицы, они не агрессивная порода. Они компаньоны, они очень дружелюбные. Самое сложное во всем этом мероприятии – это выбрать, понимаете? Почему ты без шапки? Мне одному холодно только. Не удержалась. Мы же не платили. Бежим. Run.